6 числа мы были, мы собрались с друзьями, с брата выезжать из Бучи. Мы выехали из дому, напротив нас остановилась БМП. И тут же я остановил автомобиль, соседи остановились, сразу начался обстрел. Дети и жена погибли сразу. Старшему 10, младшему 5. Загорелся автомобиль, я получил ранение и переполз с автомобиля на тротуар. Тротуара на тропинку там на земле. Спрятался за деревом. Два автомобиля военных между собой поравнялись, люди поговорили и разошлись, разъехались. Я на глазах убили семью. Сын младший, Клим Александрович. Чекмарев Клим Александрович, 5 лет будет. Старший сын Чекмарев Матвей Александрович, 10 лет будет. Жена Чекмарева Маргарита Олеговна. Этого объяснения нет, ну просто начался обстрел. В любом случае, мы ехали, он не затонирован. Все, зачем надо было стрелять вообще? Просто стрельба. Видели, что едет семья и маленькие дети. Расстреляли детей же сразу.